Первый раз мы ездили в Пестово, и на самом деле я особо ничего не ожидал. По итогу мне вообще перевернулось сознание, потому что отряды это оказались чем-то вообще новым в моей жизни. По сути, целый месяц я пребывал в компании единомышленников. Но ожидание было, вот как обещали старшие, что будет хорошая практика, что будут друзья, что будет отдых. В общем-то, да, все случилось, мне понравилось. Был на одном выезде в городе Боброве, Воронежской области. Вот, нас там тепло встретили и на практике позволяли делать все, что мы хотим. Вот, и я был и у операционного стола, и даже на скорой ездил. На выезд я поехала в первый раз, закончив первый курс. И на агитацию тоже пришла в середине первого курса. То есть я сразу видела ребят в зеленых строевках и поняла, что это мое. Сначала было страшно, потому что впервые ехать куда-то с неизвестными людьми в другой город в свои 17 лет, это, конечно, подвиг для меня был. Но когда я приехала, я поняла, что все настроены к тебе очень искренне, очень дружелюбно, и напряжения не было никогда, вообще ни в один день. Было очень грустно разъезжаться в последний. Осознание того, что вы прожили вместе в месяц бок о бок, это просто самые ценные воспоминания. Моя первая поездка с отрядом – это прекрасный город Пестово. На самом деле, перед этой поездкой была первая волна ковида. Следовательно, единственное ожидание, которое у меня было на тот момент – это что-нибудь получше, чем сидеть дома в карантине. Я приезжаю и получаю свободу действий, получаю, можно даже сказать, профессиональный рост и невероятно интересный месяц. Студенческие отряды являются одной из самых древних, самых ярких и таких незыблемых традиций университета. Когда было лихолетие, мы с большим трудом сохранили эти отряды. Вот те, кто смотрит этот фильм, хочу, глядя в камеру, сказать большое спасибо за то время, за тот труд, за тот подвиг, который, собственно, вы совершили, когда мы преодолевали 90-е, когда уходили все традиции. Вот мы с вами сохранили традицию студенческого капустника и традицию студенческих отрядов. На сегодняшний день это хорошо развитое, яркое, очень нужное движение. Ребята выезжают в те регионы, где имеется дефицитная медицинская помощь, и именно это позволяет сделать, наверное, два дела сразу. Это помочь региону в летний период, когда сотрудники основные уходят в отпуск. И, конечно, ребятам получить бесценный опыт. Особенно, конечно, важна практика в качестве помощника врача, потому что именно там, на реальных рабочих местах, с реальными пациентами, наши студенты учатся, наверное, самому главному в врачебной специальности – это общению. То есть, когда ты приходишь, и тебе нужно сделать укол, ты не дрожишь в страхе перед пациентом, а просто спокойно говоришь, что вот займите такое-то положение, сейчас мы будем делать укол. На этом выезде я все-таки с третьего раза убедила лечащего врача отменить бета-блокаторы человеку с пульсом 46. Были необычные для меня клинические случаи, которые я впервые увидел. Например, я смог вживую видеть пролежни четвертой степени, операцию даже по ампутации ноги. Была бабушка на отделении хирургии. Я к ней подхожу, ну все, она там открывает глаза, ей двигаться все еще очень неприятно. Вот. И я как-то вывел диалог на такой лад, что, мол, бабулечка, давайте мы с вами потанцуем. Я вот, считаю, беру ее как, ну, как в вальсе, то есть за руку, под лопатку, и мы начинаем с ней идти в сторону коридора. Спустя пару дней, когда я опять заходил к ней в палату, чтобы отвезти на перевязку,
она просто только видит меня, говорит: ну что, молодой человек, потанцуем? И сама вскакивает с кровати. Как сейчас помню, работала в поликлинике с хирургом, делала перевязки. И пришла женщина, я увидела такое рвение в глазах, жить просто, что я еще раз вдохновилась в своей профессии и поняла, что я иду правильно. Отряды – это наша гордость. Они входят в структуру студенческого совета обучающихся и выполняют вот такую свою очень важную роль. Я приглашаю абсолютно всех. И младшие курсы, которые могут проходить практику санитарского, и средние, где у нас идет помощник врача, и старшие, где уже, по сути, вам могут дать какие-то элементы самостоятельной работы. Не стесняйтесь, записывайтесь в отряды. Кроме возможности получения практики, вы приобретаете, ну, тех друзей, которых вы не потеряете никогда. Когда ты ходишь в отряд, на самом деле можно сказать, что это отряд входит в твою жизнь. И его уже так просто не выгонишь оттуда. Но ты уже сам определяешь, сколько ты тратишь на отряд. Лично я могу тратить 1-2 дня в неделю. Практически 80% своего свободного времени я отдаю отряду. У нас множество мероприятий в нашем отряде Смоличу, да, педиатрического университета. Мы практически все время проводим вместе, ну, мы как семья. На самом деле довольно большое количество времени, потому что, во-первых, мне это самому интересно. Наверное, в среднем процентов 30. Но по факту думаешь о них постоянно. Так что почти 100. Ну и, конечно, отдельная история – это медицинский десант, это волонтерское движение. И это движение, оно связано с желанием наших коллег, наших студентов выехать в тот регион, где ситуация требует их помощи, помочь. Вот у нас традиционная зона студенческого десанта медицинского – это Карелия, и наших ребят там каждый год ждут. И это тоже очень важно, да, когда тебя где-то ждут. И я поехал в десант, который решил организовать Институт Мечникова. Университет. Конечно, вначале было неуютно, потому что как-то когда ты со своими, ты чувствуешь себя больше в безопасности, а тут не то, что незнакомые люди, но даже не из твоего круга. Но потом прошел всего лишь один день, и мы сработались. Мы поняли, что неважно, откуда ты, если у тебя одна цель, у вас одна цель, если вы думаете примерно в одном ключе, то между вами нет никаких преград. Вы собираетесь в десанте, вот, но это на самом деле чудесный опыт, потому что традициями можно не соперничать, а обмениваться. Вот. И, соответственно, опять же, в десанте тоже собираются из не только из разных университетов ребята, но и с разных курсов. Нам повезло, у нас даже были выпускники. Я выезжал в составе десанта «Живаго-4», и там мы взаимодействовали и со студентами педиатрического университета, и Мечникова. И сейчас я знаю очень много ребят оттуда. Отряд «Смокра» приехал к нам на наш первый выезд. Там я познакомилась с некоторыми ребятами. Также на некоторых мероприятиях в межсезонье. Всякие слеты, выезды. Ну, это нас как-то и сплотило. Ну и, соответственно, слет, который организовал первый медицинский. Я пришел, я ожидал, что будет так же, как на первых межотрядных мероприятиях. Я буду новичком, никого не знать. Все друг друга знают, здороваются, а я стою рядышком. На самом деле оказалось, что знакомиться с другими ребятами намного легче.
нас есть прекрасная загородная база Васкилова, спортивно-оздоровительная, где мы собрались отрядным движением. От педиатрического университета 2 медицинских отряда, от северо-западного 3 медицинских отряда, от нашего университета 5 отрядов. И у нас состоялся великолепный слет медицинских отрядов. Уважаемые друзья, после этого представления можно смело сказать, что слет открыт. Опять болезнь напала, не выстоит снегом, но с нами доктор Камлов и свой его собак. И жить еще в одежде, готовить пары пока. Мы медицину держим на вымытых руках. Мы медицину держим на вымытых руках. Наверное, трудно себе представить более такую дружескую атмосферу и атмосферу взаимопонимания, взаимоподдержки, чем совместная работа в строительных отрядах. Поэтому я от всей души желаю вам успехов, желаю приобретения добрых друзей, желаю приобретения хороших профессиональных навыков и хочу, чтобы сегодняшний день у вас прошел благополучно и весело. С праздником вас! Спасибо! Уже не одно поколение студентов выросло внутри ценностей строотрядовских. Потому что туда уезжает какая-то разрозненная группа студентов, возвращается отряд. Отряд, который, несомненно, уже чувствует уверенность в себе, в своих товарищах. А то, что для человека строотряд, это прежде всего чувство узнавания людей, чувство дружбы, которое остается иногда на всю оставшуюся жизнь. Не могу не сказать, что сегодня у нас особая группа стройотрядовцев. Это, конечно, наши ветераны стройотрядовского движения. Я знаю, что Алла Аскольдовна приготовила какую-то часть программы и касающуюся этого. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы все поаплодировали нашим. Мне посчастливилось вместе с моими коллегами уже старшего возраста оказаться на замечательном мероприятии,
встречи строительных отрядов или медицинских отрядов нашего университета, санитарно-гигиенического, педиатрического институтов. То, что навеяло в нас и во мне лично яркие воспоминания о своей молодости, о том, что мы когда-то были такие же. Ой, сейчас скажу очень пафосную фразу, но почему-то приходят в голову слова «ты и я одной крови». То есть, когда ты понимаешь, что человек-отрядник, ты, ну, это какой-то определенный все равно типаж, и ты понимаешь, что вот он вот чуточку свой. Да, он старше тебя там на много-много лет, но ты знаешь, что когда-то, когда он был молодым, он тоже так же ездил, и в нем тоже так же бурлила вот эта вот вся романтика, все это, дух авантюризма.